Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть черепашки ниндзя-легенды. Так, заберем награды и посмотрим, где мы сейчас находимся. Так, Лига самураев 2 звезды. Плохо, плохо, друзья мои, что Лига 2 звезды, потому что у нас сегодня уже что? Сегодня у нас уже четверг, да? По-моему, четверг. Раз, два, три, четыре. Ну, четверг, не четверг, друзья мои, неделька-то подходит к концу. Нам нужно с тобой встрепенуться, отряхнуться, взять топчик, ну, естественно, не сегодня, а вообще в ближайшее время, и спокойно наслаждаться, как говорится. Надо, кстати, посмотреть, сколько у нас осталось кристаллов. По-моему, эта неделя в плане, а мне что? Подожди, а меня вообще ни на одну ступеньку не перекинули? Мне же не показалось, не было же, ребята, этой рулетки, блин. Надо посмотреть, сколько у меня осколков, и уже прикидывать уже, ребят, кого будем качать. Мне, кстати, кто-то уже писал, говорил, что Рэй еще долго до повышения персонажа, но я советую тебе прокачать вот того-то. Я уже забыл, ребята, если честно, кого мне там советовали, потому что лучше всего это делать на последней неделе, потому что, ну, по крайней мере, я запомню. А то, что было, извини меня, месяц назад, ну, как-то не очень, ребята, вспоминается и помнится это все. Так, ладно. Давай вжахнем. Ну, ты понимаешь, да, что я делаю? Я делаю, ребята, беру сильного персонажа одного и присоединяю к этому персонажу довольно слабеньких. И таким макаром мы с тобой быстро проходим. А мне сейчас выпендриваться, как говорится, незачем и не для кого. Нужно как можно быстрее просто пройти эту арену. Вот, и сегодня что? Сегодня, наверное, ребята, драконы-всадники Улуха будем играть, наверное. И, скорее всего, растения против зомби-герои будем дальше доделать. Я, кстати, за кадром, ребята, честно говоря, нечаянно забыл, что у нас же там задания стоят на Великанусе, и начал играть за кадром. И получилось так, что я два задания выполнил, сам того не ожидая. В общем, как говорится, извините, так получилось. Я не специально, ребят. Вот, так что мы продолжим с вами проходить за Великануса. Ну и если мы очень быстро пройдем за него эту серию заданий, то, соответственно, будем еще проходить за Заморозгой. Вот, как по мне, ребята, хоть хотите верьте, хотите нет, но это самое нудное вот прохождение за Заморозгой. Прям вот не могу. Прям вымораживает он меня своими заданиями. Так, что-то у нас с тобой 14-18, все идет. И никогда не заканчивается. И противник, кстати, у нас почему-то не растет. Он как... Мы начали с 40 уровня, и он только сейчас дошел до 45-го. Ну что у нас, получается, если у нас сегодня не пятница, да, то выходит, что мы с тобой проходим просто арену, а больше у нас там ничего и нету. Так, ну что, до Лиги Сёгунов-то сегодня доберемся? Ну, до Лиги Сёгунов доберемся, а вот закрепиться у нас вряд ли получится. А хотя, почему не получится? Может быть, даже Лига Сёгунов 2 звезды будет. Может быть, ребят. Потом я хотел сегодня поиграть. Буквально через 15 минут, ребята, будет у нас 12 часов ночи. Ну, ты понимаешь, да? Это, соответственно, в Strike Force от Marvel будет обновление новой недели. Может быть, туда зайти, но там у меня, ребят, пока ничего нету. Новых персонажей пока никаких я не открыл. Вот. Все собираю себе на капсулу для ночного змея. Хочу его открыть. Так, они уже там туда воткнули Forge, то есть кузнеца. Кузнец уже, ребят, присутствует в игре. То есть я еще змея не получил, а уже кузнец вовсю пляшет там. Так что, как бы, я очень сильно отстаю там. В войне постоянно проигрываем. Наград получаем минимум. Соответственно, прокачка у меня застопорилась. Вот. Marvel Snap. Хотел, ребят, сегодня обновил игру. Там, кстати, у нас какие-то рождественские предпраздничные ивенты или что-то типа того. Ну, в общем, надо тоже, ребята, туда зайти немножко поиграть. Вот. Как-то все надо, а времени все нет. Как оно всегда, ребята, получается. Сегодня, блин, пришел после работы.
думал, сходить мне на тренировку или нет. Ну, после ночной смены. Я думаю, нет, да, я, наверное, немножечко... А, нет, я поел, думал, сейчас полежу, отдохну и схожу. Угу. Прилег, короче, и до 7 вечера проспал. Встаю, голова ни о чем. Думаю, ладно, пойду схожу на зонт, кое-что там получил. Прогулялся, погода вроде бы хорошая. Такой снежок, знаешь, мягкий снежок падает. Ну, очень много, кстати. Вот, и что-то взбодрился, думаю, нет, пойду-ка я схожу на тренировочку. Сходил, позанимался, потом пришел. Наверное, где-то часа полтора занимался готовкой. Как всегда, ребята курицу жарили, рыбу, как ее сказать-то, в духовке запекали. Естественно, гречка, гарнир, салат и тому подобное. В общем, потом опять полежал чуть-чуть, и вот сейчас только сел подрынкать. Вот, пока вроде бы энергия есть, спать не клонит. Хотя завтра собираюсь опять, ребята, часика в 10 дня еще сходить позаниматься маленечко. Вот, пока, как говорится, длинные выходные надо использовать по полной программе. Так, ну что, нам не дадут 15-20? Видимо, не дадут. Давай я тогда возьму кожеголового. Раз, два, три, четыре. Тут еще, ребята, вспомнил, блин, про Stikvar Legacy. Думаю, что-то мы с тобой давно не играли. Там, наверное, уже столько пропустили. Я манал. Очень много не играли, ребят. Наверное, недели 2-3. А у нас же каждую пятницу, по-моему, там обновление. То есть, получается, где-то 3-4, ну, цикла я уже пропустил. Ладно, ничего страшного. Кашель тут задолбал уже. Ничего страшного, боремся как-нибудь. Прорвемся. Так, что возьмем, наверное, здесь Макмана. Ну, пока сотка, ребята, они, видите, слишком далеко не уходят. Они вот начинали с 40 уровня. Максимум сейчас дошли до 52. Ну, по идее, ну, 56 это потолок, наверное. 60 это вообще край для сегодняшней игры от противника. Так что я особо сильно здесь даже и не переживаю. Все у нас будет отлично. ОБС, как всегда, ребята, обновился, но я уже посмотрел. Так что все нормально. Со звуком проблем не должно быть. Так, ну что, возьмем, наверное, майки Рафаэля. И... Джастин. Толку-то тебе, Джастин, господи. А, тут уже все, ребята, что я переживаю. Тут 70-ники пошли, а у них 51 уровень. Так что... Можно уже взять, брать всех скопом. И ничего не бояться. С удара красава. Так, ну а ты, Лапекс, как? Пробьешь, не пробьешь? Неплохенько. Так, Эйприл. А все, им крышка, ребят. Змей Ковьюн сделал свою козырную подачу ядом и всех ушатал. Ну что, да, ребята, переходим с тобой на Лигу Самураев. Ой, фу, Сёгунов. На Лигу Сёгунов две звезды, конечно же. Так. Лига Сёгунов две звезды взята. Давай берем Слэша. Берем, в принципе, здесь Слэша будет, наверное, более чем достаточно. Здесь еще Паукус у нас. Да, Слэша, Паукус. Это самое основное, что у нас сейчас будет здесь. Так, первым выходит Слэш. И Паукус на добивку. Все прекрасно. А у нас Паукус, кстати, какого уровня? Он же не сотого, по-моему, да? Слушай, по-моему, он не сотого у нас уровня. Так, тут вопрос у меня был от подписчика. Рэй, ты типа в Юрский парк больше играть не будешь? Ребят, если бы в Юрском парке не происходила такая штука. В общем, можно играть, но когда ты проходишь PvP бои, не можешь законнектиться. То есть ты коннектишься, но игра либо слишком долго ждет, очень долго ждет, пока ты войдешь в поединок. Потом почему-то обрыв связи вылетает, и заходишь, у тебя уже, как говорится, засчитывают проигрыш. И, соответственно, те динозавры, которые должны были отыгрываться, они как бы уже отыграны. Но ты все равно в проигрыше. Вот. И... А так бы, конечно, ребята, я бы продолжал играть. Если бы вот не эти глюки. Все из-за этих глюков, они просто убивают, ребята, игру полностью. Окончательно. Но я думаю, что у нас есть... Ну, мне тут напомнили, что... Есть игруха, которая... Называется «Звездные войны».
Star Wars, по-моему, да, там что-то. Тоже пошаговая. Я ее, кстати, давно уже скачал себе, ребят, но как-то все до нее руки не доходили, если честно. Может быть, зайти, посмотреть, вы и напишите в комментариях, если кто-то хочет. Ну, короче, чем больше народу согласится, значит, я тогда начну ее играть. Если она нафиг никому не нужна, тогда мы ее даже и запускать не будем. Так что, ребята, все в комментариях. Ставим плюсики и все. Ну что, арена нормально прошла сегодня. Лига Сёгунов 2 звезды. Ранг 48. Я считаю, что это очень неплохо, ребят. У нас еще, тем более, есть 2 дня в запасе до моей работы. То есть с выходного. Так что я думаю, что мы до Лиги Мастеров дойдем, в принципе, без проблем. Так, ну что ж, давай здесь тогда быстренько пройдем с тобой серию испытаний. Так, я возьму Донни. Так, стоп. Здесь нам надо будет взять вот этих двух орлов. Ну, во-первых, ребята, я хочу отхилять команду нашу, чтобы она полностью была фул по здоровью. И они начинают на Донни прыгать сразу же, да? Так, мне главное, чтобы они Донни не уложили невзначай. Блин. Так, ладно, здесь прошли. Переходим это. И, друзья мои, что-то, блин, глаза очень, ребята, сохнут, блин, чешутся. Надо какой-то, я не знаю, матч, что ли, купить. Знаешь, как это вот, чешутся, пересыхают глаза, блин. Хоть ты моргай, хоть ты не моргай, ничего не помогает. Нету слезных этих. Слез нету. Вот. Так что не могу слишком долго в монитор, ребята, пялиться. Ну что, вот и прекрасно. Вот и хорошо. Здесь мы с тобой прошли все четненько. Заберем с тобой сейчас задание выполненное и пойдем искать. Значит так, уровень мы поднимаем Алапекс. Ага. А прокачкой занимаемся Рафаэлем. Рафаэлем оригинальным. Так, ну что, до 6-й ступени будем прокачивать ему массовую атаку. Нам нужно... Сколько там? 8 видеомагнитофонов, ребят. Так, один есть. Ага, второй, Паш. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, второй. А, третий. Так, четвертый. Пятый. Ну, пятый, господи, ну что ты. Ну, портрет короля, какой, блин, портрет. Так, 7-й. 8-й, так, 8, да, нужно было? Блин. Просчитался, все. Так, и, оу, 14 кружек, это дофига, ребят. Одна. Так, вторая. Третья, сколько там у нас пицца-то? Третья, ну еще есть, да? Так, четвертая. Пятая, шестая, седьмая. Ну, в принципе, кружки, ребята, выпадают неплохо. Единственное, что вот у нас закончилась пицца, мы не успели. Чуть-чуть. Уровень поднимать я, наверное, не буду пока Рафаэлю. Ну, не вижу смысла. Так, ну что? Еще получается, значит, сколько там надо? 6, да? 6 кружек. Но это мы найдем позже. Не сегодня уже. Забираем наше задание здесь. Все выполнили. Так, ну и что? Что у нас тут есть по боевке? Да и, в принципе, ничего. Ребят, не забывайте, ребята, выигрывать в турнирной арене, потому что карточки на Супер Шреддера, 50 карточек, это очень и очень неплохо, я тебе скажу. Очень неплохо. Ты 50 карточек, блин, мало где получишь. Тем более события уже давно не было на Супер Шреддера, ребят, так что... Пытайтесь взять как можно выше ранг. Так, ну что, у нас получается, что вроде бы на сегодня и все, да, ребят? Все, что мы сделали. Так, я хотел посмотреть осколков сколько. 320, друзья мои. А что я могу сказать? Блин, а что я вам могу сказать? А что я вам могу сказать? Твою налево, 320, да, плюс 75, это будет 395. Блин, каких-то 5 осколков, ребята, не хватит, чтобы мы уже на этой неделе могли кого-то переводить в платиновый ранг.
Печалька, конечно. Это нам придется еще целую неделю, ребята, пыхтеть. Ну да ладно, зато у вас будет время для того, чтобы проголосовать за определенного персонажа. Ну что, друзья мои, а на сегодня тогда будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!